Вітаю вас, друзі! Будьте здорові! Карантин, на жаль, знову продовжили, але ми в міру власних сил та можливостей продовжуємо працювати. І сьогодні в програмі «Sport Ukrainian International» запропонуємо вам анонсовані у минулій передачі білоруські спортивні та журналістські реалії, а також надамо можливість ознайомитися з першою частиною дуже важливої в цей нелегкий час і потрібної розмови з українськими атлетами, тренерами, фахівцями спортивної галузі, одного з наших найбільших спортивних авторитетів. На щастя, зараз з'являється і позитивна інформація про послаблення карантинних заходів у поки що у деяких країнах Європи. І вже теоретично мова йде про поновлення футбольних баталій у провідних європейських чемпіонатах. А єдина країна, в якій футбольні баталії вирували, вирують і продовжують вирувати, це Білорусь. Саме в цій країні мені пощастило минулому році працювати на других європейських спортивних іграх. І саме там я познайомився із журналістом провідного білоруського спортивного видання «Пресбол» Григорієм Трофіменковим. І сьогодні ми знову з вами перенесемося до Мінська і поспілкуємося з моїм колегою про футбол Білорусі, де, до речі, команда Юрія Вернідуба виграла надважливий матч у чемпіона країни. А ще будемо говорити про спортивні, журналістські білоруські реалії. Что дали европейские игры, на которых мы познакомились, нам посчастливилось работать? Они все-таки сыграли в плюс белорусскому спорту? И белорусской, и стране, как в целом? Я так не считаю. У меня есть твердое убеждение, что европейские игры во многом сослужили плохую службу белорусским спортсменам, те, которые готовились сейчас к Олимпиаде и будут готовиться к 2021 году. Мы все-таки страна с таким советским, во многом авторитарным наследием, и нам присуще кое-какое планирование на уровне Минспорта, на уровне Национального олимпийского комитета, который возглавляет президент. И неизменно на каждую Олимпиаду у нас существует медальный план. И вот колоссальное количество медалей, я уже не упомню, сколько мы завоевали, потому что там такое количество было, там за 60, самбисты только одни 15 медалей завоевали. И это вот на немножко как бы дает ложное впечатление президенту о благополучии белорусского спорта. И вот медальный план, который бы у нас был, это 15 плюс медалей, так я вижу, он бы был, я думаю, чрезвычайно наивным и неосуществимым, потому что сейчас Беларусь был лучшим случаем, может претендовать, условно говоря, на 10 медалей, на мой взгляд, насколько я вижу шансы наших олимпийцев. Олимпиада, если бы она случилась в Токио, она бы показала в этом уже году, в августе, она показала, насколько мы обманываемся насчет благополучия наших вот атлетов на данный момент. Это одна сторона медали. Восприняли перенос Олимпиады? Как восприняли перенос Олимпиады? Это пойдет на, ну, скажем так, в целом сборной Беларуси, по вашему мнению, пойдет на благо, что еще год даст подготовки? Или же все-таки, ну, достаточно сложно будет перестроить у вас систему подготовки? У меня тут нет категоричного мнения на этот вопрос, ответа на этот вопрос. Есть, если вдаваться в детали, очень масса есть спортсменов, которым было бы выгодно им выступить в этом году. С другой стороны, вырастут те, которые наверняка подрастут, уже возмужают, обрастут мясом и станут действительно конкурентоспособны на планетарном уровне в следующем году. Ну, вы знаете, вот
Не знаю, насколько вы глубоко погружены в наш спорт. Наш единственный золотой медалист Рио-де-Жанейро – это Владислав Гончаров. Это прыжки на батуте. И он бы сейчас являлся одним из кандидатов, претендентов на золотую медаль и в Токио. Но прыжки на батуте – это, как я не знаю, как женское фигурное катание. Там с каждым годом, в принципе, шансы снижаются, вырастают все более молодые парни, которые с точки зрения своей физики просто более выгодно выглядят на батуте. И вот если говорить именно о нем, то я думаю, ему, например, Олимпиада через год наверняка не пойдет на пользу. У нас есть несколько патриархов таких спорта, которые не факт, что могут выступить уже на Олимпиаде в следующем году, как Андрей Арямнов, олимпийский чемпион Пекина, Владимир Самсонов, известное очень имя, Иван Тихон, молотобоец, легкий атлет. Им все, одним двум будет 43-44 в следующем году, Арямнову 33, но это тяжелая атлетика, там все-таки тоже более молодые парни имеют успех. И как бы, ну, для многих все равно, для тех, кто даже, может быть, и не видел себя на пьедестале Токио, перенос Олимпиады стал колоссальным разочарованием, потому что, ну, люди шли к мечте какой-то, готовились. И когда бац, в раз меняются твои планы, это несколько деморализует. А я еще имел возможность услышать заявление президента вашей страны, который так в жесткой форме высказался то ли на заседании Национального олимпийского комитета, то ли еще где, что если вы не завоюете медали, домой не возвращаетесь. Насколько реальна эта угроза? И был, ну, я точно это слышал, кажется, в прошлом году так. Был, по-моему, было там такое жесткое распекал кого-то, и, ну, было достаточно интересно это услышать. Я не знаю, как в таких условиях могут потом готовиться спортсмены, функционеры, тренеры. Это... Насколько реально воплотить угрозу вот такую? Если в Токио не будет результата, никто в спорте из функционеров и чиновников больше не задержится. Поэтому вы подумайте, прежде чем туда ехать главными тренерами, советниками, специалистами, массажистами, врачами и прочими чиновниками, стоит ли вам туда ехать вообще? Потому что если вы туристами туда съездите и вернетесь ни с чем, лучше в страну не возвращайтесь. Это я вам говорю как президент страны, а не руководитель общественной организации. Ну, понятно, что я думаю, это некая такие бравурные речи, не имеющие ничего общего с реальной угрозой. Конечно, люди возвратятся в страну. У нас не Советский Союз и там, я не знаю, не КНДР, хоть мы там, я не знаю, не такая демократическая страна, как условная там, я не знаю, даже Украина. Естественно, они бы возвратились в страну. Я не знаю, насколько тяжелее или легче готовиться в таких обстоятельствах. Конечно, тяжелее, это давит, это прессинг. Вряд ли это, наоборот, мотивирует и придает импульс к каким-то твоим стараниям, усердию. Вы знаете, вот вы упомянули эту фразу, а в прошлом же году, или, по-моему, в 2018-м, у нас есть такой заслуженный гандбольный тренер Спартак Петрович Миронович, может быть, слышали. Вот. А наш президент, ну, дал команду там реконструировать зал Уручья гандбольный и предписал ему, значит, чтобы СКА имел успехи на европейской гандбольной арене, там, в Кубке ЕГФ и так далее, и сказал тоже такую фразу: «Если не будете побеждать, я вас из страны выживу». А представляете, это Спартак Петрович Миронович, 80 лет, и он к нему на «ты». Ну, как бы, я не думаю, что тот тоже воспринял эту угрозу всерьез, скорее, ну, не стал спорить с президентом, а втихаря посмеялся и как бы, ну, понял, как, в какой стране живет, скажем так. А еще вопрос, давай, если вернуться к спортивной тематике, как там наши украинцы, игроки сборной Украины, ну, не сборной, а украинские футболисты в Беларуси, как они себя, я вот знаю, в последнем туре Хачириди отметился там. Как вообще выглядит сейчас чемпионат Беларуси и какую роль в нем играют украинские футболисты и даже тренеры?
Знаете, когда приходил Юрий Вернетуб в «Шахтер» солигорске, он изначально был в таких сложных обстоятельствах, потому что пресса, болельщики солигорского «Шахтера» были целиком на стороне тренера, которого уволили перед этим. Это Юрий Ташуев, россиянин. Он действительно производил впечатление очень адекватного человека, уравновешенного, строящего свою команду. Но банально в прошлом году у него не было такого кадрового ресурса, чтобы спорить за чемпионство с брестским «Динамо» и с борисовским «Батэ». И после ухода он дал интервью, в котором раскритиковал руководство, которое предписывало ему задействовать тех или иных игроков. И то есть вот на это вот «живое», да, в кавычках, место пришел Юрий Вернебду. Поэтому было ему изначально сложно завоевать какие-то симпатии, какое-то расположение. Он выглядел каким-то таким протеже вот это вот, боссов, у которых был негативный имидж в глазах общественности. И первые игры чемпионата, прошло уже 5 туров, действительно показали, что... не показали, а его персона в глазах там прессы, в глазах болельщиков ничуть не изменилась. Даже стали к нему более негативно относиться, потому что пока нет успехов. Успехов нет. В 3 матчах из 5 «Шахтер» попросту не забивал. А эта команда, которую перед началом чемпионата видели в тройке по меньшей мере. Команды в принципе нет игры. Что пытается сделать Юрий Вернедуб из «Шахтера», не совсем понятно. Говорят, что строит ромб, который не играл нигде там, ни в «Заре», ни где-то, никаких прочих клубах, где работал. Вызывает вопросы использования им отдельных исполнителей. Там есть ряд футболистов, которых он отправил в дубль, которые были стабильными игроками основы в прошлом году. В общем, работа пока вызывает колоссальное количество вопросов. Что касается игроков, вот считаю, большой потерей для белорусского чемпионата стало, что ушел в межсезонье из жодинского «Торпедо» Богдан Мышенко. Наверное, знаете такого футболиста. Был одним из лидеров жодинского «Торпедо». Прекрасно знаю, потому что он играет у нас на Кировоградчине, в Александрии, уже отличился в чемпионате страны, поэтому Богдана Мышенко уже видел воочию. Да. Вот я как-то не особенно внимательно слежу уже за его судьбой, когда он ушел из женского «Торпедо», но это была очень такая знаковая фигура, действительно, все-таки сильный, индивидуально сильный был футболист, и мне кажется, женская «Торпедо» в прошлом году занял, по-моему, 5-е или 6-е место в чемпионате, я уже не упомню, но в более сильном клубе, на мой взгляд, в белорусском, он вообще был таким топ-игроком, могущим делать там 10+10. Имею в виду гол плюс пас по итогам сезона. Достаточно дровитый такой игрок. Что касается, да, Хачиридзе, вы упомянули в недавнем матче тура, отличился с худшей стороны, скажем так. Да, у него такое, скажем так, яркое портфолио, яркая биография, но есть сообщение о том, что владелец брестского «Динамо» Александр Зайцев может уже не поддерживать финансовый клуб в этом году, как в прошлом, и вызывает массу вопросов. То есть люди понимают и представляют, какие запросы есть у Хачиридзе по финансовому, по зарплате и так далее. И когда такой игрок что-то себе такое позволяет, естественно, несется негативная реакция, потому что его партнеры там некоторые по обороне. Ребята там 22-23 лет белорусы и получают в разы меньшую зарплату. Не надо быть там каким-то там экстрасенсом, чтобы это предположить. Это просто факт, который не нуждается в каких-то там доказательствах. Что касается... у нас еще есть Артем Милевский. Не знаю, за кого вы считаете, за белоруса или за украинца? Но он украинец, официально он украинец, он игрок сборной Украины. Он, как бы там ни было, он легенда киевского «Динамо», один из лучших нападающих в истории независимой Украины. Поэтому другое дело, что не полностью себя реализовал, это такое. Но футболист, который, несмотря на весь негатив, который на него льется, до сих пор пребывает в нормальной форме, надо отдать ему должное. Плюс он адекватный парень, он мыслит, скажем так, нетрадиционно мыслит и может изложить свою точку зрения. Да. Поэтому
Артему Милевскому у меня больше положительное, чем больше раздутые все эти истории были, и Милевский бы еще принес свою пользу киевскому «Динамо», если бы он остался. Это мое мнение, понимаешь, поэтому к Артему я отношусь, я же говорю, он сделал достаточно для украинского футбола и для киевского «Динамо», для того, чтобы заслуживать уважения. Еще Александр Найок у вас есть, Хабленко. И что касается Александра Найок и Артема Милевского, я даже их объясню в некотором смысле. Они отчасти такая вот глоток свежего воздуха для нашего чемпионата в таком информационном плане, потому что очень многие белорусы, ну вот я даже сам беру кого-нибудь интервью, просят почитать, потом после читки вырезают самые острые углы, сглаживают, сделают все рафинированно, такое подчеркнуто вежливо, чтобы ни про кого не прозвучало такого негативного слова, ну или вообще, чтобы было бы способно задеть. Артем Белевский, Александр Найок, оба они в этом смысле парни, ну я скажу так, вот не заботятся о своей репутации, но это в позитивном смысле слова, понимаете? Они находка, когда они могут жечь глаголом, что-то такое сказать, что взбудоражит информационное пространство, что сделает футбол не просто футбол, а околофутболье интересным для зрителя, для всех, кто им интересуется. Понимаете, да? Левский не зажигает там, не ходят такие слухи? За ним водили? Ну да, были последние сообщения, как говорится, датируются 18-м годом, когда он поссорился с... Ох, как же забыл фамилию, Шпилевским тренер такой был. Ну, с тех пор вроде бы, может быть, просто шифруется лучше. А сам уровень чемпионата Белоруссии сейчас, он каков? Вот если сравнивать, ну, я не знаю, смотришь ли ты чемпионат Украины, то насколько сопоставимы эти уровни? Ну, бесспорно, что чемпионат Белоруссии все-таки выступает по уровню чемпионата Украины. Я думаю, тут никаких споров у нас не будет. Может быть, не в таком... Вот я недавно разговаривал с Артемом Франковым, украинским журналистом, вашим коллегой, и он сказал такую фразу, что чемпионат Беларуси не идет ни в какое сравнение с чемпионатом Украины. Ну, вот это немножко спорненько, мне кажется. Там наши лидеры прошлого года, Динамо-Брест, Шахтер, Батэ, я думаю, теоретически, наверное, были... уступали только «Динамо Минск», «Шахтер», ну, может быть, еще какому-то одному клубу. И могли бы спорить там за 4-6 места. А дальше уже идет сложнее. Аутсайдеры наши, аутсайдеры слабее ваших аутсайдеров. Ну, банально, потому что где-то не можем конкурировать в плане зарплат. Да и простой пример. Больше украинцев таких вот, ну, это будет уничижительно звучать, игроков второго-третьего уровня, но именно они в поисках перезагрузки карьеры приезжают в Беларусь, а не белорусы, наоборот, в Украину. Все-таки это тоже, да, о чем-то говорит, что белорусский чемпионат слабее украинского. Может быть, не на какой-то колоссальный порядок, но не намного все-таки действительно слабее. А в целом сейчас, ну, если так оценивать ситуацию в белорусском спорте. А, вот еще хотел спросить. Белорусские клубы в основном, это клубы ведомственные, это клубы предприятий, или это так же, как у нас, забавы, скажем так, олигархичу в большинстве своем? Нет, олигархических забав у нас вообще нет. Более того, нет, это, блин, я даже вот призадумался, наверное, таких меценатов, которые бы были бы искренними вдохновителями, вкладывали свои средства в клуб, так и нет, кроме Александра Зайцева и, ну, уже покойного Анатолия Капского, который, дело которого продолжает Андрей Капский, его сын. В остальном это клубы, которые находятся либо на балансе там Мингли с полкома. Батэ Капские, да? Да. Угу. Да-да, я слушаю. Да, в основном это клубы, которые находятся на базе Мингорисполкома, там общество, общественное объединение, типа это ФСО «Динамо», ну и так далее, каких-то городских властей, областных, и это создает, конечно, колоссальные проблемы, потому что сейчас, в прошлом году у нас после половины чемпионата снялась дистанция «Минская торпеда», сейчас рискует
прекратить существование, вплоть даже до такого футбольного клуба «Слуцк», который является одним из лидеров после 5 туров чемпионата, потому что сахарный комбинат – это основной титульный спонсор. А его принуждают, грубо говоря, к спонсированию клуба. Тоже переживает тяжелые времена. У нас пару месяцев назад главы всех сахарных комбинатов были задержаны. Вот. Известные трудности испытывает и Слуцк, и Городея. Есть такой клуб Городея, который тоже спонсируется сахарным заводом города. И это, естественно, и создает известный сложность. А в целом, как уровень сейчас? Какой вообще спорт номер один в Беларуси? Футбол? Сложно сказать. Футбол, хоккей, наверное, ну, где-то примерно одинакового внимания удостаиваются, одинаковой популярности. А развитие, развитие игровых видов спорта. Вот мы уже на Олимпиаде игровыми видами спорта были очень давно. Какой из игровых видов спорта сейчас наиболее реально может претендовать на попадание на Олимпийские игры для того, чтобы, ну, бороться на равных там? Поскольку команда, административная система, она предполагает более, ну, такой... яростное сосредоточение средств и направление их может быть на какой-то один вид, который может выступить. Я услышал, я понял ваш вопрос. Вы знаете, по-моему, в каком-то году, последний раз, наверное, в 2012 году у нас была сборная женская по баскетболу на Олимпиаде. Я что-то вот 12-й, наверное, по-моему, 12-й, надо проверить. И она близка была в 2016 году тоже к попаданию на Олимпиаду, женская баскетбольная сборная. У нас ее многолетним вдохновителем Анатолий Буяльский. Сборная была представлена такие баскетболисты, как там Елена Левченко, они до сих пор играет, Анастасия Веремеенко, Татьяна Лихтарович, Екатерина Снытина. И я думаю, если в ближайшее время какая-то игровая сборная попадет на Олимпиаду, то это именно будет женская баскетбольная сборная. What else? Что еще? Это, наверное, мужская гандбольная сборная. У нас тоже достаточно такое неплохое поколение гандболистов выросло, даже в отсутствие завершившего карьеры Сергея Рутенко. Там Рутенко, Никуленков, Куле, это самое, Королек и так далее. Вот, вот две такие вот сборные, которые теоретически могут претендовать на попадание на летние Олимпийские игры. Да, можно там еще вспомнить хоккей на траве, но я думаю, вы говорите о вложениях средств как к развитию, в развитии этого вида. Но он в целом не имеет такой популярности в мире, в Европе, чтобы всерьез говорить о том, что его нужно развивать на таком государственном уровне, что ли, и вкладывать огромные средства. А еще два слова о спортивной журналистике, о спортивной прессе, о спортивном телевидении в Беларуси. Насколько оно развито? У нас, вот, допустим, пресса потихонечку умирает. Все уходит там в YouTube, в индивидуальные занятия. Как у вас с этим? Что у вас развивается? Что живет, что еще дышит? Что дает людям узнать о спортивной составляющей страны? Да, вы знаете, и причем, я думаю, начну с того, что скажу, как отразится вот эта вот история с пандемией, с коронавирусом на спортивной прессе. Вы знаете, наверное, что основными рекламодателями, основными теми брендами, компаниями, которые сейчас вкладываются в спортивные ресурсы, в сайты, в печатные издания, это букмекерские компании. А сейчас... количество событий снижается, естественным образом сокращается количество людей, которые играют на букмекерских конторах. Не, есть, конечно, фанаты, которые, которым абы играть, они будут играть на киберспорте, шорт-трек, хоккей и так далее, но все-таки многие не настолько увлечены, не настолько больны этим, что ли, даже скажу. Они предпочитают смотреть футбол с кружкой пива и наслаждаться им, и просто параллельно для какого-то интереса делать ставки. Естественно, букмекерские компании получают меньшие средства от выигрышей и не могут в прежнем объеме спонсировать те ресурсы, где они рекламируются. Это, естественно, там реклама на телеканалах, это печатные издания, в том числе и наш сайт, на котором
я тружусь. Поэтому, естественным образом, я думаю, в спортивную прессу ждет какое-то переосмысление, что ли, жизни в новых реалиях. Да, действительно, вы верно отметили, все больше тех, кто раньше был на телевидении, пробовал себя исключительно в писательстве, идут в YouTube, создают кое-какие свои YouTube-шоу, YouTube-каналы, делают еженедельные выпуски. Конечно, практикуется, наверное, как и во всем мире, что какие-то видеоинтервью этих каналов YouTube полным-полно. Это самое, они все пошли, все, наверное, восходят к Дудю. Но в любом случае, у вас, наверное, Вацко, я там знаю, такой есть YouTube-канал, который берет интервью. Да. Вацко, Цыганок, это наши два ведущих, да, да. Вот, я смотрел несколько выпусков с Балхиным, по-моему, с тем же Милевским, с Александром Хацкевичем. Неплохая работа. У нас тоже есть такие, есть ряд таких YouTube-каналов, которые, в которых их создатели, их интервьюеры берут интервью, разговаривают с такими знаковыми персонами из белорусского спорта. Но в любом случае сложно выйти на какой-то хотя бы рынок СНГ, потому что наш спорт немножко такой варится в собственном котле, и персона зачастую интересна только белорусам. И монетизировать вот это вот свое творение, свои старания крайне сложно. Ролики едва ли там собирают число просмотров, превышающее 10 тысяч. Если 20, то это уже грандиозный успех. И во многом это работа для себя, и поэтому, именно поэтому многие даже бросают это дело, не чувствуя перспектив. Понятное дело, когда ты что-то начинаешь делать, тебе это, может быть, нравится, но на постоянной основе выдавать какой-то креативный контент, не чувствуя перспектив заработка, крайне сложно. А сколько вообще спортивных изданий в Беларуси, спортивных газет национального уровня? И сколько, и я знаю, есть и телеканал, да, специализированный? Да, у нас есть телеканал «Беларусь-5», но он входит в холдинг «Белтелерадиокомпания», где там есть «Беларусь-1», центральное телевидение «Беларусь-2», она более ориентирована на какие-то культурные, социальные передачи, там, сериалы, и «Беларусь-24». Четыре вот канала. А что касается государственных изданий, то есть, ну, я могу сказать, не без основания ведущее спортивное издание «Пресс-бол», потому что хотя бы из посещаемости сайта и количества, из тиража «Пресс-бол», есть спортивная «Панорама», как ее иначе называют, печатный орган Минспорта, и сайт bytribuna.com, который, ну, наверное, очень похож на Sports.ru, на Sports.ua. Это они исключительно в интернете работают. У нас своя есть. У нас трибуна есть, да. Своя тоже. Трибуна есть. Своя трибуна есть. Ну, вот три таких крупнейших ресурса, скажем так. Два печатных, один работающий только в интернете. Ну, сейчас на местном уровне уже спортивная пресса не выходит, не издается, потому что это мне близко, я недавно был редактором спортивной газеты, поэтому мне интересно, на местном уровне какие-то газеты выходят спортивные, областные, там, городские, вот что-то со спортом, есть ли местные там спортивные телеканалы какие-то в регионе? Нет. Да-да, нет, у нас такого нет. У нас такого нет. У нас в регионах чаще всего на каких-то общественно-политических изданиях, ну, просто центральных газетах города или области присутствует полоса или две полосы, посвященные спорту. На телеканалах, на областных могут показать со собственным комментарием какого-то областного комментатора, ну, городского, а не центрального, какой-нибудь футбольный матч. Ну, спортивные блоки после центральных новостей, перед погодой, наверное, как и везде, тоже присутствуют. А в целом ничего такого специализированного спортивного за рамками вот, центра, за рамками Минска, ни изданий, ни ТВ, ничего такого сейчас у нас не присутствует.
Спорт для Беларуси – это элемент пропаганды, или все-таки это, ну, скажем так, элемент здорового образа жизни, элемент привлечения людей к занятиям физической культурой спорта? Цитирую нашего президента: «Спорт – это большая политика». Да, все победы, они действительно вдохновляют, они объединяют где-то в каком-то смысле. Но у нас, я думаю, как и многие страны, она страна расколота по политическим каким-то воззрениям людей. У нас не доходит до какой-то поножовщины. Но, в принципе, в соцсетях, на форумах много людей, которые спорят до хрипоты. Выйдешь в заведение какое-нибудь, люди ссорятся там по любому поводу, по футбольным клубам и так далее. Ну вот, условно говоря, вот это вот самая знаковая наша последняя победа, это олимпийская эстафета женской биатлонной в Пхенчхане, она просто вот стала каким-то колоссальным объединяющим элементом, и ну, вот чувствовалась кое-какая гордость даже, и тебе не хотелось, никому не хотелось бить морду тому, кто, кому кто против. Что я был свидетелем этой победы непосредственно в Пхенчхане, общался с девчонками, было очень приятно. Ну, вы знаете, что они подхватили эстафету как бы у нас, этой золотой медали. Да, да, знаю. Это тогда было разочарование от того, что понятно, что мы выступили неудачно, но с другой стороны, вот эта победа, очень приятно было общаться, веселые такие девчонки все, конечно, и за Дарью было приятно, и за Оли Эйнера, тогда мне удалось пообщаться с Оли Эйнером, Бьерн Даленом в Пхенчхане, поэтому тогда это действительно воспринялось очень-очень-очень с позитивной точки зрения. Ну, такие вещи, а финансирование у вас также идет? В Беларуси, если ты владеешь такой информацией по остаточному принципу. У нас сейчас вот в карантин взяли одним махом с бюджета, сняли 3,7 миллиарда гривен и готовьтесь как хотите. Пока, я знаю, поскольку Олимпиаду отменили, решили, что и это чуть ли не самый большой съем денег из государственного бюджета, вот как раз ушел с физической культуры. Как у вас финансирование осуществляется? По какому принципу? У нас оно осуществляется по вполне простому принципу. Утром деньги, вечером стулья, то есть платим за результат. Если нет результата, будь добр, добейся успехов на, не знаю, на перекладине, которая 1970-х годов, я не знаю, с клюшкой, в которой играл твой дед и так далее и тому подобное. Будет результат, тебе построят зал, тебе построят, дадут инвентарь, реконструируют, если надо. То есть, если у тебя есть какие-то успехи, твой голос звучит весомо, и ты имеешь право что-то просить. Вот работает только так. Простой пример, кстати, вот у нас любит президент ставить на вид после успехов, ряда успехов, начало 2000-х у нас была такая велосипедистка на треке, Наталья Целинская. После чего она, ну, просила, можно так сказать, президента построить велотрек в стране. Потому что действительно у нас его не было. Были все очень такие допотопные, архаичные. И с тем условием, что потом у нас будет еще больше успехи. И вот как она завершила карьеру. У нас прошел чемпионат мира по велотреку в 2013, по-моему, году. И вот в 2010-х годах у нас, по сути, ну, были совершенно точечные успехи в этом виде спорта. Президент любит, в частности, именно велотрек критиковать в последнее время. И вот Евгений Королёв, по-моему, в 2018 году только завоевал золотую медаль, и то не в неолимпийской дисциплине, по-моему, в скретче. А в остальном это как просто как выжженная земля. Именно трек, а не шоссе. То же самое касается там фехтования. До сих пор пока... Это замкнутый круг, понимаете? Без нормального зала, без нормальных метод. Хотя бы там, чтобы спортсмены ездили в страны вроде Италии, где фехтование на хорошем уровне. Не будет результатов. А если не будет результатов, им просто не дают средства. И как вот выбраться из этого замкнутого круга, как поднять вид спорта, просто нет у меня ответа на этот вопрос.
Ну, а зараз давайте повернемося до України, де спортсмени, тренери, фахівці спортивної галузі в такий нелегкий час перебувають у певній невизначеності, навіть розгубленості. Розуміючи це, президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка провів онлайн-зустріч, онлайн-бесіду із представниками олімпійської української спортивної родини. Ця зустріч тривала понад 2,5 години і до неї підключилися понад 200 українських атлетів, наставників, керівників відділень Національного олімпійського комітету, які чекали від Сергія Назаровича порад і отримали їх. І ви знаєте, такого відвертого, щирого Сергія Бубки раніше бачити не доводилося. Тож ми вирішили і в наших випусках познайомити вас з найбільш цікавими, найбільш яскравими моментами цієї зустрічі, для того, щоб ви змогли отримати певний оптимізм від провідного фахівця спортивної галузі України, багаторазового чемпіона і рекордсмена світу, олімпійського чемпіона, героя України Сергія Назаровича Бубки. Отже, сьогодні, підхоплюючи естафету в нашого попереднього білоруського співрозмовника, президент НОК України розповідає про найбільш актуальні аспекти спортивного життя нашої держави. Первое, наверное, да, коснемся Национального олимпийского комитета Украины. Национальный олимпийский комитет Украины сегодня, я смело могу сказать, что один из лучших в мире. И по многим показателям, по организационной работе, по той сфере деятельности разносторонней, как мы работаем с федерациями, как мы выстраиваем отношения с министерством, церемония Героя года, лучший спортсмен месяца, те массовые акции по стране, которые мы делаем. Понимаете, у нас такая цельная пирамида, потому что не должен Национальный олимпийский комитет заниматься только тем, что привез команду на Олимпийские игры и вернул команду с Олимпийских игр. Поэтому здесь много есть тех направлений и популяризация олимпийского движения, олимпийских ценностей, пропаганда олимпийского движения, здорового образа жизни. Поэтому это как бы важное направление. Что касается украинского спорта, Украина действительно спортивная держава. Это есть, и какое оно будет, это зависит от нас. Понимаете, и вот даже недавно у меня был разговор с президентом Международного олимпийского комитета, с Томасом Бахом, то президент четко отмечает, что Украина – спортивная держава. И для мирового олимпийского движения очень важно, чтобы мы сохраняли свои лидирующие позиции. А мы можем их сохранять благодаря вам, благодаря вашим успехам. Но для того, чтобы успехи были, соответственно, должно быть обеспечение, должна быть инфраструктура, должны быть финансы, как с государственного бюджета, так и, можно сказать, с бизнеса. Но именно то, что с бизнеса у нас большой поддержки, к сожалению, мы сегодня не испытываем. И если сегодня мы потеряем поддержку государства, а президент Зеленский четко отмечает, что для государства, для Украины спорт – это приоритет, и это приятно слышать от президента, что это приоритет. И когда обсуждали вопросы в офисе президента, что касается инфраструктуры, реконструкции инфраструктуры, которая нам просто жизненно необходима, как лучше это сделать, строить новые арены, или те, которые недостроены, или реконструировать, каким путем пойти, когда дефицит финансовый и в целом экономическая ситуация сегодня в мире сложнейшая, когда такое было, если вот вы следите за
мировой ценой на нефть. Однозначно я уверен, что не следите. Оно как бы вам и не нужно. Но то, что произошло вчера, это такого в истории никогда не было. Цена на нефть стала ноль. Все хранилища в Америке переполнены. Она сегодня не стоит ничего. Поэтому это говорит о многих экономических вызовах, которые сегодня стоят. Поэтому, естественно, нужно продолжать работать, нужно, соответственно, ни в коем случае не отбрасывать спорт на задворки, потому что человек должен иметь и гордость, должен иметь и воспитание на патриотичное воспитание на победах на наших спортсменов, когда поднимается флаг, когда поднимается гимн. Эти все аспекты очень важны. Естественно, ну, непростая ситуация, и я уверен, что спорт будет оставаться в приоритете. Реформироваться он должен, но нужно делать реформы, мое мнение. Лучшее нужно оставлять, а то, что нам не хватает, то, что нужно модернизировать, вносить, то это всегда пожалуйста. И также должна быть конкуренция, потому что я знаю, там как раз говорили за детско-юношеские спортивные школы, мне писали. Я считаю, что они имеют свое место, и они показали те результаты, которые у нас есть. Поэтому хотят существовать клубы, пожалуйста, пусть существует конкуренция. Детско-юношеские спортивные школы, существуют клубы, пожалуйста, клубы существуют. Но в большинстве случаев дети, которые добиваются больших результатов и успехов, в большинстве случаев это дети из простых семей. А сегодня переложить в этом экономическом положении финансовую ответственность на родителей, что они должны платить еще за все, что ребенок будет заниматься. Ну, я не думаю, что это по-государственному. Спорт популярен. И популярен среди людей. И смотрите, сколько людей смотрит Олимпийские игры. Это миллиарды телезрителей. Это покупка телевизионных прав за большие деньги. Спорт популярен. Спорт востребован, спорт интересен, и он нужен обществу. Если мы сегодня дошли до такого состояния, что на наших каналах нет спортивных новостей, у нас сегодня становится меньше и меньше спортивных профессиональных журналистов, у нас по телевидению не показываются чемпионаты мира, там, Европы, какое количество времени показываются Олимпийские игры. Естественно, если это мы не вернем спорт телевизионной трансляции на экран, то, естественно, мы будем чувствовать этот дефицит. Но люди любят, люди гордятся. И Украину, когда Украина стала независимым государством, узнавали по достижениям спортсменов. Когда говорили, вы откуда, с Украины, то всегда ассоциировались, связывались с нашими звездами спорта. Я помню, наверное, я не ошибаюсь, что как раз Леонид Данилович Кравчук, Леонид Макарович Данчук, да, Кравчук, он говорил, что как раз спортсмены сделали больше, чем украинские дипломаты для популяризации, для того, чтобы в Украине узнали и услышали. Олимпиада четко ясна. Когда она будет проводиться? 23 июля по 8 августа 2021 года. Олимпийские игры будут называться Олимпийские игры 2020 года Токио. Не 21-го, Токио 2020. Это тоже такой важный момент, который я хотел бы уяснить. И для себя чисто психологически вставьте себе в программу. Все, дата четко определена. Красным напишите себе в календаре. Там 23 июля, 8 августа. Это те дни, когда вы должны быть на пике своей формы. И психологически себя готовьте к тому, что вы будете находиться в прекрасной спортивной форме. Теперь получается, однозначно Международный олимпийский комитет учитывает то, что нужно дать время спортсмену подготовиться, протренироваться и потом начать
отбираться на Олимпийские игры. Именно в тех видах спорта, где еще сегодня не произошел отбор. Чтобы мы понимали, в общем количестве около 11 тысяч участников, 57% спортсменов уже получили лицензии. Эти лицензии будут сохранены. И только 43% спортсменов должны еще бороться и завоевывать свои лицензии на Олимпийские игры. Поэтому решение нужно принять, относиться к этому совершенно спокойно, потому что от вас уже ничего не зависит. И переживать или беспокоиться, вот нравится мне это или не нравится, это пустая трата нервов, энергии и сил. Поэтому четко взяли курс на Токио и спокойно делайте то, что возможно делать в сегодняшних условиях. Когда появятся старты, тогда вы четче будете тоже регулировать свою спортивную форму. А сейчас ее нужно поддерживать в тех условиях, в которых мы находимся. І як то кажуть, далі буде. І обов'язково ви ще побачите откровення Сергія Назаровича Бубки. Тож дочекайтеся наступних випусків нашої програми. Ну а ще нам дуже приємно бачити, що зростає кількість наших глядачів на інтернет-порталі CBN і на наших сторінках в YouTube. Ми вам за це дуже вдячні і велике прохання. Поширюйте наші випуски, ставте лайки для того, щоб кількість глядачів програми «Sport Ukrainian International» збільшувалася. А на сьогодні час програми вичерпаний. Як завжди, прощаючись, я бажаю вам любити спорт в усіх його проявах, дивитися наступні випуски нашої програми і бути здоровими. І обов'язково дотримуйтесь умов карантину. Усього вам найкращого!